как сделать самолетик из бумаги, который очень далеко летит. Возьмите продолговатую бумагу для принтера формата А4 и согните ее правый верхний угол к нижней стороне. Хорошо сопоставьте стороны и сделайте складку. У вас должна быть такая складка наискосок. Возьмите правый нижний угол и пригните его кверху. Хорошенько все сопоставьте и сделайте новую складку. Есть, получилось такое, да? Отрежьте этот прямоугольничек, и у вас должен получиться квадрат с двумя диагональными складками и прямоугольник бумаги. Возьмите этот квадрат и нижний угол пригните к месту пересечения двух складок и сделайте новую складку. Есть, сделали, да? Теперь нижний уголок к этой новой складке, половинчатой. Разверните. Еще раз к этой новой складке пригните нижний уголок. Есть, да? Еще один раз пригните нижний угол к этой новой складке, которую мы сделали. Видите? Заверните теперь. Мы делаем такие узкие полосочки. Аккуратно заворачиваем. Приблизительно где-то по 5-7 миллиметров. Вот эта новая линия. Мы загибаем кверху. Вам нужно согнуть до того момента, когда вы дойдете до диагональной верхней складки. И когда квадрат начнет уменьшаться. И сделали, да? Теперь аккуратно проводим вот так пальчиками. И делаем такое закругление. То есть делаем дугу таким образом. И с другой стороны точно так же делаем дугу. У нас такой самолетик будет с таким полым фюзеляжем. И когда вы сделали такую дугу, вставьте один уголок в другой. Получилось, да, сделали такую трубу. Это фюзеляж будет самолетика такого. Теперь возьмите этот прямоугольник. Согните его вдоль пополам. Сделайте складку. Разверните. И разрежьте. Возьмите одну полоску и приклейте два кончика фюзеляжа и верхнюю полоску. Самолетик из бумаги можно запускать.